Я приветствую вас, о люди. Здравствуйте. Ну чего, как вы там поживаете? Фух, а я что-то прям так выдохнуть решил. Хватит уже, мне кажется, быть в напряжении в легком. Вот. Пока я здесь пулка выхожу. Люди смотрят фильм «Герой» в Питере. Встречался, сейчас была некая сессия. Забавно, очень интересно все это выглядит. Очень много людей пришло. Вас? Всем интересно. В какой-то степени. Кто-то взял с собой доброе стеклышко, чтобы смотреть через него. Кто-то взял предвзятое и такое, может быть, злое. Я ко всему абсолютно готов. К любому мнению. Чтобы вы знали. Человек, я уже опытный в каком-то смысле. Вот. Ну, трепет я, конечно, испытываю некий. Потому что, возможно, для меня это такое новое, эмоциональное и очень такое важное событие. Очень бы хотелось, конечно, чтобы вам всем понравилось. Могу еще раз подчеркнуть, что свою работу я сделал, службу отслужил. В остальном, конечно, много людей, кто отвечает за эту картину. В любом случае, выход из некий из обыденности, может быть, какие-то новые ощущения, новая гравитация. В общем, я доволен, видел вас сегодня на этом мероприятие, на этой премьере. Три зала аж целых купили. Представляете? Говорят, очень так редко бывало на премьерах других фильмов. Ну, я думаю, здесь, может быть, немножечко привирают. К этому я тоже готов. Хотел сказать спасибо вам за мотивацию, может быть, какую-то, может быть, подсказки, возможно. В общем, спасибо. То ли еще будет. Много чего предстоит в жизни. Узнать, увидеть. В общем, интересно, давайте относиться ко всему легче. Весна, а я замерз. О, холодно, надо идти, аж рука трясется. Все, давайте, пока.